Постройка 19 века в селе Солдатское Ташла-Тереньгульского района обретет новую жизнь. Сейчас в здании располагается больничный комплекс, амбулаторная районная больница, дневной стационар кардиодиспансера. В 2020 году помещение реконструируют, а к привычной для населения лечебнице присоединится отделение паллиативной помощи, филиал Ульяновского онкодиспансера. Прежде чем начать работу, мы должны провести проектно-сметную. Всю проектно-сметную документацию подготовить, да, знать, какие работы нам предстоят, какие, значит, то есть провести анализ всего, рассчитать, посмотреть, сколько это будет стоить, попросить деньги, значит, у правительства. Их должны утвердить законодательное собрание в бюджете Ульяновской области. Значит, то есть мы планируем, что строительство начнется, значит, уже, скажем так, прямо с начала, с первого квартала 2020 года. Модернизация разбита на несколько этапов. Весь процесс реконструкции займет один год. Работа амбулаторного корпуса для оказания первичной медико-санитарной помощи населению обеспечит в первую очередь. Ознакомиться с планами ремонта в больницу приехал губернатор. Сергея Морозова больше всего волновал кадровый вопрос. Мы сейчас можем здесь с сусальным золотом все сделать, денег у нас хватает. Да. Кто работать будет? У нас нет, есть? Понятно, нет, параллельно. Поэтому амбулатория в первую очередь желательно. Поэтому говорят, да, что у вас есть на паллиатив? Да, обеспечить медицинской помощью местных жителей. Со специалистами по уходу за тяжелобольными пациентами пока проблема. Но вопрос находится на контроле у специалистов профильного ведомства. Есть два основных сценария. Первый – привлекать врачей из областного центра. Второй – привлекать и оставлять врачей в селе, обеспечив их служебным жильем. Подбор кадров интересовал главу региона и в строящемся в селе двухэтажном центре тяжелой атлетики. Это будет главный региональный областной центр тяжелой атлетики. Мы и сборы планируем. Вот, поэтому да, здесь сколько надо тренеров? Потому что вот сейчас мы в больнице побывали, посмотрели, мы сейчас договорились о том, что в сентябре месяце мы будем там выбирать земельный участок, где мы будем строить несколько домов для врачей. Строительство комплекса уже началось. Демонтирован фундамент, сейчас прокладывают коммуникации. До зимы полностью оборудуют каркас здания. Естественно, территория будет благоустроена, будут дорожки к центральному входу, ну, естественно, прогулочные дорожки небольшие. Значит, стоимость у нас проекта по строительно-монтажным работам 25 миллионов 200 тысяч. Планируется, что Центр тяжелой атлетики заработает с 31 июля 2020 года. Рената Леулова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ из Тереньгульского района.